Здравствуйте! Сегодня выехали за грибочками. Покажем нашу природу. Только не резко, не резко. Вот. И сегодня на примере грибочков я вам покажу, как свою страшную либо негативную мысль, кто как будет видеть, трансформировать в некий объект и потом дистанцироваться от нее, как бы высаживать ее, не отвлекаясь. Вот смотрите, у вас либо зарождается, либо приходит некая мысль извне, либо внутри вашего мозга негативная. Вы переводите, замечаете ее и говорите себе: ко мне пришла мысль грибочек. Вот, пришел грибочек. Потом вы берете этот грибочек и как бы высаживаете его на землю. И так продолжаете дальше. Снова мысль пришла, снова ее трансформируете в грибочек. И снова ее высаживаете как бы на землю. Вот. И так продолжаем. Не спешите. И так продолжаем постоянно, пока они у нас идут. Снова приходит мысль, снова вы трансформируете визуализация в грибочек, и снова высаживаем их как бы на землю. Вот они, грибочки наши. Вот они, грибочки. И так делаем постоянно, пока они нам навязчиво, эти мысли, идут негативные. Мы их как бы чик-чик-чик-чик выставляем, трансформируем и выставляем. И вот так, как на конвейере, работаем. Все, спасибо за внимание. Сегодня выехали в грибочки, поэтому будем продолжать собирать грибочки. Спасибо большое за внимание и что смотрите мой канал. Для продвижения ставьте лайки, пишите комментарии, пожалуйста, если вам нравится мой канал. Все, до свидания.